Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет видеоконкурс. Но для начала, прежде чем сделать конкурс, я покажу вам несколько трюков. Точнее, не покажу несколько трюков со спиннером. Не покажу несколько трюков, а попробую сделать вместе с вами. На самом деле, конкурс я сделаю. У меня есть 5 вот таких вот спиннеров, самых простых. Я просто их увидела по дороге по делам и думаю, а почему бы и не сделать, да, не сделать конкурс и не попробовать трюки разные и не сделать просто приятно своим зрителям, которым будет это интересно. Значит, здесь 5 разных цветов: розовый, белый, оранжевый, желтый, зеленый. Все они проверенные, чтобы были нормальные. Но давайте вот возьмем, например, розовый, да? Ну, понятное дело, розовый, что-то сомневаться. И я видела несколько трюков, я, в принципе, ну, как бы крутила их, вот, да, вот, ну, крутила, да. Но я несколько трюков увидела, ой, он тяжеленький такой, прикольно. Мне стало интересно повторить, вообще, я думаю, зачем эта штука нужна? Я первый раз, когда увидела, вам где-то во влоге показывала, когда я первый раз увидела ее на рынке, я подошла такая, говорю, что это такое? Они... Это спиннер, я говорю, что с ним делать? Крутить. И вот он там стоил, я не помню сколько, 150 рублей или 250. Вот такой. Я думаю, что это за фигня такая, что за прикол, что люди только не придумают. Потом это все настолько культивировалось, что я понимаю, что, о, где спиннер, ой, хочу спиннер. Вот очень много такого всего, да. И я думаю, что, вот просто крутить, а оказывается, там столько разных трюков идет. Но оно как бы успокаивает даже, да. В общем, какой трюк я хочу первый попробовать? Первый трюк я хочу попробовать, это когда мы крутим на пальце. Крутим на пальце. И потом отпускаем верхний палец. Получается. Так, раскручиваем. И держим. Я придумала сама трюк. Тебе надо раскрутить, перевернуть и убрать верхний палец. Сейчас. Почти получилось. Я почти профи. Просто мне надо на вас не отвлекаться. Во. Кайфы. Так, а теперь давайте попробуем... с пальца на палец, короче. Для этого нужно сесть поудобнее. Значит, смотрите. Сначала я раскручиваю. Теперь я отпускаю верхний палец. Ой. Раскручиваю. Отпускаю верхний палец. Подбрасываю. Ой. Мне, короче, нужно подбросить на палец другой. Да ёперный. В общем, это ваше задание сделать так. И еще, я думаю, тоже у меня не получится, это перекинуть с руки на палец. Я не буду много делать трюков, да, потому что я знаю, что они стопудов у меня не получится. Только не говорите, что у меня руки-крюки. Давай, крутись. То, что я могу делать так, это уже круто. Так, ну что же мы, перекидываем или нет? В общем, это сложный тоже для меня трюк. А еще, знаете, вот так вот, смотрите. Полный оборот еще можно сделать рукой. Ой, нифига себе, как это надо аккуратно делать. Надо вот так руку повернуть. Или вот так. Блин, может не отпускать его? О, давайте вот так, не отпускаю. О, вот так я могу. Даже 2 раза. Ай, вообще. В общем,
Я смотрела очень много приколов. Там люди и подбрасывают его вот так вот, и с руки на руку, и вот так вот, значит, по пальцам прыгают. Что еще там делают? Ой, там, в общем, столько трюков, много. Я попробовала, я хотела вместе с вами, я впервые попробовала, даже до этого, честно говоря, не пробовала, да? Опа! Даже не пробовала крутить, вот сейчас это мой дебют. Ту-дум! В общем, все, мои хорошие, давайте я объявляю конкурс. Я хочу эти все спиннеры вам прислать. Давайте сделаем одно только условие. Это подписаться на мой инстаграм. Инстаграм я оставляю внизу. Все, подписывайтесь на мой инстаграм и в комментариях пишите «участвую» и как вас найти в инстаграме. То есть собачка это. Ну или ссылку на ваш аккаунт. Нет, точнее просто имя. Лучше ваш никнейм. Просто собачка и тра-та-та. Вот как вас найти. Как вас отмечать. Друзья, ой, мамочки. Вот. В общем, 5 победителей. Конкурс будет всего лишь 3 дня длиться. И потом я случайным образом выберу победителей и отправлю вам вот такие вот вещи. Вот, еще у меня остались браслетики с Lady Collection, обязательно они туда же пойдут. И что еще, и что, и что? И мои поздравления. В общем, это будут самые простые спиннеры, на которых вы просто потренируетесь. И если вам понравится, и вы захотите уже что-то себе крутое, вы хоть смогли бы... Вы уже будете думать, покупать вам или нет, да? А мне просто приятно сделать вам приятно. В общем, кому интересно, подписывайтесь на мой инстаграм. В комментарии жду от вас, участвую с вашим никнеймом в инстаграме, чтобы я могла вас найти и проверить. И желаю всем удачи. Все подробности под видео я оставлю еще о конкурсе. Прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока.